Привет, это я, Владус Мармеладус, и... Я Савчик, ну бади, всем здорово, братец, дядя Цитки! Сегодня мы с Савчиком будем строить необычные постройки. Я буду строить себя, а Савчик будет строить себя. Это будет мощно. И самая суть, что мы должны построить это за 10 секунд, за 1 минуту и за 5 минут. Успеем мы или нет, я не знаю. Ну все, давайте пробовать. Подождите, ребята, хочу вам подарить вот такого офигительного крипера. И чтобы его получить, вам нужно сделать очень, ну, очень простые действия. Первое. Поделиться этим видео со своим другом, хотя бы с одним. Второе. Подписаться на мой канал и быть подписанным. Третье. Поставить лайк на это видео. Четвертое. Нажать на колокольчик вот там под видео. Давайте, это очень легко. И пятое. Последнее. Написать любой абсолютно комментарий. И кому-то скоро достанется вот этот криперюга. Победителя я выберу рандомным образом. Ах да, объявить победителя на вот этот железный меч. Да без проблем, побеждает у нас вот этот комментарий. И скоро ему достанется вот этот офигительный железный меч. Ну а вам, ребята, всем желаю удачи. Давайте, смотрите видосик, там очень интересно. Ну что ж, Савчик, на счет 3 я запускаю секундомер. И это будет очень-очень жестко и очень быстро. Раз, два, три. Все, пошло время, давай. Это... Черт, я должен успеть, я должен успеть. Сейчас, 6 секунд уже, 8. Ебой, а черт, блин, 12 секунд уже, практически 13. И я ошибся блоком, но я исправил, чуть-чуть за рамки вышел. Савчик, ты как, успел? Я тоже чуть-чуть за рамочки вышел, но у меня как раз 12 секунд получилось. Немножечко, но считайте, что это было честно. Я к тебе бегу. Это просто офигительно, нубас, готовь свой живот, потому что он может взорваться от смеха. Давай бегом. Ты моё это не видел. Жесть, это просто... Проходи. Вот он я. Ты чё, ты какаешь, что ли, или чё? Нет, ну, Савчик, я просто присел. И это за 10 секунд, мне кажется, это просто офигительно. Ну-ка, садись со мной, я тебя сфоткаю. Давай, сфоткала? Опа! Ты сфоткала, нет? Это нубас с профессионалом. Как тебе? Блин, вообще, мне кажется, прикольно. Ты себя переоценил как-то вообще? Да чё переоценил-то? Нормально, качёвый парень. Вон это, голова только маленькая. Ничего, вот что ты такой? Да блин, да это фигня, пойдем на меня смотреть. Давай пойдем посмотрим. Я уверен, нубасик, что ты в этом раунде проигравший. И вот прям 100% на этом уверен. Давай. Всё, я залетаю тогда на твою площадку, я тебя не буду ждать. И... Это что? Ну? Это я в трениках. В каких трениках? Ну ты, нубасик, но за 10 секунд, нубас, неплохо. Неплохо на самом деле. Нет, он не за 10, за 12 там получилось секунд. Ну за 12, да, на самом деле круто. Блин, чувак, ну классно. Ребята, вот знаешь, тебе не хватает рук вот таких же, точно, вот таких. Давай, это будут руки. Может, это будут руки-базуки вот такие? О, да! Так я, получается, мощнее тебя, получается, и я тебя выиграл. Ну да, только это, ты посмотри на себя-то, а. Они у тебя тоненькие, кулачок-то маленький твой. Нормально, у меня лутенцы, смотри, как классавчик. Короче, ребята, пишите в коммент, кто выиграл в первом раунде. Пишите, Владус или Савчик. Ну чё, Савчик, готов? Сейчас у нас конечно. Одна минута. Раз, два, три, погнали. Блин, я не знаю даже, с чего начать. Это вообще какая-то жесть, наверное, будет. Ай, пофигу. Давайте будет импровизация. Наверное, за одну минуту я даже проиграю. А может, и не проиграю. Да, мне кажется, не проиграю. Чё, я же с нубасиком соревнуюсь. Проиграешь, ты потому что вообще это плакиндол. А плакиндол всегда выигрывает. Да. Думай, как хочешь, Савчик. Ну, а пока, в принципе, нормально получается. Лол, это просто какая-то фигня, наверное, будет. Я не знаю, как получится, но давайте все-таки пробовать, ребят. Ну а чё, мы с вами 30 секунд прошло. Ну бас, кажется, серьезно? Я проиграл. Да, кажется, я проиграл. Блин, ладно, да я себя буду... Я проиграл. О, а я придумал, я сейчас выкручусь из ситуации, я буду строить себя 2D. Опа-на, вот это я придумал. Чего, 2D? 45 секунд, 46, чувак, не, я не успеваю. Блин, это вообще какая-то фигня. О, да, Савчик, это вообще... Блин, я думал, получится. 55 секунд и... Минута, 58. 5 минут, мы успеем. Все, минута. Как
Капец, это что такое-то вообще? Вообще ничего не получилось. Ну, давай, Савчик, смотри. Доведем до ума, так скажем. Нет, стой, все, подожди, не строй. Давай посмотрим наши постройки, а потом их доведем до ума, чтобы хоть чего-то получилось, да? А потом уже будем переходить к новому раунду. Я к тебе уже лечу. А, ну ладно. А что ты такой большой-то? А что такие ручки-то маленькие? Ну, а чё? Зато я тебя задавлю! Ну это ты правильно, ладно, пойдем на меня смотреть. Ну опять ты видишь, я опять же не уложился в рамки, я немножко достраивал. Да? Ну я тоже буквально вот пару блоков доставил, но мне это не помогло. Смотри, Савчик, и не любуйся, потому что какая-то фигня получилась. Я не думал... Я не думал... Чудо! Это чё такое? Я не думал, что минута так быстро пройдет, Савчик. Это вообще фигня какая-то. Это какая-то антенна. Сам ты антенна, Савчик, это Владус. Мармеладус. Блин, ну вот сейчас я чуть-чуть буквальненько дострою, и ты посмотришь, что все нормально должно было быть. Вот, смотри, видишь? Руки есть. И если его строить в 2D, то в принципе неплохо. Че ты угораешь? Смотри, раз-раз, все. Вот, Владус, Мармеладус. Ну, я могу еще голову так поставить. Оп. И он так типа смотрит, ой, понял? Капец. Ну, в принципе, да. Я вообще хотел... Плейглал. Я хотел и ботинки сделать, вообще все вообще четко сделать. Я даже ремень хотел сделать. Но ребята, это что такое вообще? Да, Савчик, успокойся, нормально это. Это гигант Владус просто. Ну-ка, подожди, стой, иди сюда. Че? Ты неправильно сделал, знаешь, почему? Почему? Потому что вот так должно быть. Не так у меня ремень темно-синий, понял? Тут должны быть темно-синие блоки. Ты меня что, учить собрался, да? Смотри, я придумал. Да. Вот такой ремень. Во, вот это классно смотрится, кстати говоря. Да он, по-моему, темнее, чем все остальное. Савчик, по-моему, что то фигня? Что это фигня, как говорится? Ладно, ребята, нет, давайте, пишите. Лучше. Пишите, кто выиграл во втором раунде. Мне кажется, что выиграл Савчик. Вот серьезно. Потому что я вообще не успел и достраивал потом. Не, ну раз такое дело пошло, тогда в первом раунде выиграл Владус. Ну тебе, Савчик, спасибо, братишка. А я тебе скажу больше, я в третьем раунде выиграю. Иди отсюда. Это дело вообще... Ребята, нет, тогда все, в первый раунд выиграл я. Все, короче, ребята. Короче, ребята, я решил дополнить эту постройку. И вот что из этого получилось. Мне кажется, это супер офигенно. Да это просто... Только встань, Владов, рядом с ним. Ай, все, вот смотри, сфоткай. Сфотка, сфоткала. Блин, мне кажется, это просто... Это просто классная постройка. Я не знаю, мне кажется, у меня за 5 минут не такая крутая получится, как вот это. Ну вы, ребята, гляньте. Ладно, мы еще сейчас с Савчиком сразимся. У нас будет сейчас целых 5 минут. Все, Савчик, шуруй на свою территорию, а я начинаю свою построечку. Ну что, Савчик, готов к новому раунду? Готов, конечно. Давай. Раз, два, три, погнали, 5 минут у нас идет, я не знаю, как успеть за эти 5 минут, короче, не будем выпендриваться, сделаем что-то наподобие прошлой постройки, но мы ее с вами, ребятки, усовершенствуем, она будет такая просто, ну, конфетка, что вы сами офигеете. Да ты вообще, да ты в любом случае проиграл, я тут уже такую схему придумал. Конечно, ну ты, конечно, схему придумал, ты же у нас это, ну, нуб. Схематик. Ну да, можешь и так сказать. Блин, я не знаю. Я вот не силен в таких постройках, но эта тема интересна. Это на самом деле прикольно, потому что ты пробуешь что-то новое. Ты понимаешь, что сейчас получится какая-то дичь. Сейчас получится какой-то какой классивый. Да, да, да. Слушай, ё-моё, что у меня получилось? Что это такое? Мне просто интересно, что у тебя уже получится, потому что... Да, Савчик, фигня получается какая-то, я не знаю, как это строить, это вообще... Мы точно не уложимся, ну, по крайней мере, я считаю, что я не уложусь снова за время, но будем пытаться, давай вот так... Я уложусь, что это я уже почти уложился. Чувак, минута прошла, ты понимаешь, целая минута уже прошла, а вот у меня еще вообще нифига не готово, вообще просто ноль. Конечно, я тебе говорю, это вообще время просто быстро летит на таких постройках. Давай, давай, давай. Сейчас все будет нормально. Реально? Да, у меня 50% того, что я задумал, у меня уже есть. Офигеть, Савчик, а у меня даже 2%, наверное, нет. Ты понимаешь, я хочу просто большую постройку, а что-то вот она не получается. Надо вот меньше, наверное, все-таки делать как-то. Я не знаю, я хочу себя снова сидячего сделать. Сейчас делаю. Раз, раз, раз. Да?
Сейчас. Я думаю, что в принципе это в теории возможно так, чтобы это не выглядело тупо. Мне кажется, это не плаканает. Да, думаешь, Савчик? Ох ты, ё-моё, колено вывернул в другую сторону. Чего? Да как? Ты там чё устроишь? Ты вообще роботом, что ли, у которого ноги изгибаются в другие стороны? Чувак, 2 минуты уже прошло. Просто 2 минуты! Чего? Я тебе базарю. Ага. Вот в том-то и дело, что как успевать в этом всё? Что? У меня получилось, я аж вспотел, короче. Это вообще какая-то фигня, короче, ребята. Это не я ноги, не знаю, это дичь. Ну, у меня более-менее получается. Это вообще дичь полная, чуваки. Я не знаю, вот, это мои ботинки, типа, да? Я нарисовал, но, короче. О, я колено сделаю. Оба! А ты делаешь 3D или в 2D? Я делаю вообще непонятно как, короче, вроде в 3D. Во, поехали другую ногу. А я не знаю сам, потому что это вообще какая-то дичь реально получается. Но я думаю, у тебя все-таки получится выиграть. Так, 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 раз. Ну не знаю, посмотрим, у меня просто для тебя сюрприз есть. Да ладно, ты там что, ловушку что ли сделал для меня? Не, ну это слишком, зачем? Чё, зачем так это, ну ты понял? Ну да, да, я понял, нет, не понял. Нет. Блин, ну, ладно, да что это такое получается, ребята, я не знаю, что, это вообще нельзя назвать, наверное, постройкой. Ну ладно, давайте назовем чисто вот по приколу, да? Типа это постройка какая-то, типа это я нормально построил, о, в принципе, а чё, ботинки есть, колено есть и всё. А что ещё нужно для этой постройки? Ой-ой-ой-ой, 3 минуты 30 секунд прошло, обалдеть. Серьёзно, блин, я даже, может, и не успею. Кажись, надо еще блок добавить. Ё-моё, у меня туловища вообще, можно сказать, нет, короче. Ты это какая-то фигня. Чё я? Сдаешься? Кого я тебе сдаюсь, ты офигел? Слушай, а мы будем брать дополнительную минуту, как в прошлый раз? Помнишь, мы брали? Давай, 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 потому что я, наверное, тот и не успею. Я согласен, короче, с дополнительной минутой. Мы берем, ребята, еще дополнительную минуту. И у нас сейчас остается не 1 минута, а 2. Так что, о, как успевать эту постройку делать? Капец. О, придумал, чуть-чуть сделаем окантовочку. О, я буду качком снова, кажись, чуть-чуть. Кем? Раз, раз, качком, Савчик. Отлично. Черт, 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 ремень. Оп, 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 сюда, сюда, сюда. Раз, 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 раз. Ох ты, ёх ты ж. Во, нормально, нормально, нормально. О, вот здесь сколько нужно пробить. Сколько там осталось? Сколько? 1,5 минуты осталось, Савчик. Ну, в принципе, ой, в теории, господи, я могу успеть. Ух ты, ё-моё, нет, мне такое торчащее лицо не надо. Раз, 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 раз. А я могу не успеть. Ёлки-палки. Я тоже могу не успеть. Я за это и боюсь, Савчик, все это время, понимаешь? О, я голову сделаю чуть-чуть выпирающую. Савчик, может еще дополнительную минуту возьмем, потому что мне так интересно строить, вот реально. Давай, просто. Давай, 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 давай. Серьезно? Я тоже согласен, дополнительную минуту, потому что это капец, я вот прям вообще сейчас делаю, и это что такое? 5 минут 7 секунд. Но сейчас, возможно, я еще и уложусь. Так, 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 давай, давай, давай. А возможно и нет. Блин, у меня остается всего лишь 40 секунд. Савчик, я все-таки предлагаю. Берем дополнительную минуту. Ребята, вам интересно будет, нам интересно, всем будет интересно. Потому что эта постройка должна получиться просто кайф. Просто реально. Ну, вообще кайфушка. В принципе, я уже думаю, что она не такая уж и плохая, как я думал изначально. 5 минут 30 секунд тем временем прошло. Ну, ничуть не лучше, чем у меня. О, ну конечно, Савчик, у тебя-то, конечно, самая лучшая постройка в мире, да? Самая лучшая в мире, я тебе базарю. Ты просто когда придешь, ты там все поймешь. Да-да-да-да-да-да, пойму. Ух ты. О, нифига себе, какой милый получился. Вот это да. Вот это фигня, это конечно. Капец, это капец, раз, это раз, просто раз, такой раз. Капец. Все, Савчик, 6 минут! Последняя минута пошла. Давай, 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 Савчик, у меня шито. Секундомер закрылся. Сейчас. О, все, открыл. И тем не менее, мне нужно успевать еще строить как-то. Блин, капец, какая капец, классная капец, прическа. Капец, 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 я не успеваю. А я упал. Я, в принципе, могу успеть в теории. Ну, в теории у меня все готово. Сейчас, мне нужно только дополнять тут. И 40 секунд остается, Савчик, как так? 40 секунд? Да, я не понимаю, как так время быстро летит. Вообще, просто, блин, ребята. Блин, капец, я не успел. Раз. Знаете, это кажется легко. Вы сами попробуйте построить. Это нифига не так легко, как вам кажется. Надо было строить за 10 все-таки секунд. Ё-моё, какая-то шляпа получилась, нужно срочно доделывать. 20 секунд остается. Давайте устроим челлендж с вами. Вы напишите в комментариях, за сколько времени вы построили себя.
Да-да-да-да-да, 10 секунд, Савчик, и... кажется, это все. 3 секунды, стоп. Блин, это капец. Давай пару штрихов доделаем все-таки. Давай. Чтобы постройка у нас выглядела просто классная. Давай, и вот, вот, вот буквально чуточку мы допилим, да? Я сделаю себе вот здесь, вот так вот. И, блин, блин, это капец, я даже волосню не успел у тебя на голове вделать. На самом деле прикольно, сейчас я сделаю еще рот и все. Но, смотрите, как мы вот успели, так и успели. Я считаю, что вот, вот это вот то, что мы сейчас делаем, это чуть-чуть все-таки лишнее. Но, почему нет? Ну, мы хотим, ну, чтобы это прикольно. Да, мы хотим, чтобы у нас постройки выглядели просто максимально круто. И вот. Мне даже страшно представить, что ты там повтлоил. Блин, чувак, на самом деле у меня получилось очень круто. Ребята, гляньте и поставьте лайк. И напишите в коммент, как вам эта постройка. Савчик, давай сначала твою посмотрим, а потом мою. Давай. Готов? Давай, так, лети ко мне. Сейчас я прилечу, я тут буквально чуть-чуть еще доделаю. Во, все. Ну ты где там, бронец, ходит? Я уже лечу, и... Савчик, ты че спишь здесь? Что? Это что тут за дверь? Подожди, не входи, сначала оцени сверху. Ты дурак, ты где дверь-то сделал? Я туда входить, Савчик, не буду. Да надо, надо, смотри сверху, как это все выглядит, прикольно. Ну ты, ну бас, конечно, вот это постройка, ну. Че, пойдем в дверь? Да, заходи давай. Ты че, мне ловушку решил сделать? Ты нафига это... Ай, ну бас, ты... Это такой фейерверк! Ну бас, ты, наверное, больше времени на ловушку потратил. Погнали ко мне, посмотришь мою офигительную, просто конфетка, а не постройка. Это получилось лучше, чем прошлые два раунда вместе взятые. Ну, это что просто такое? Глянь! Вообще классно! Что? Просто что? Что значит что? Нормальная же постройка сейчас тут вот так уберем. Нормально же, Савчик? Ты как будто только-только проснулся. Мне кажется, это вообще офигительно получилось в 3D. Вон, колено есть, все нормально, ноги. А почему у тебя только один зубик? Ты что, это что, Владус на минималках? Ну, я хотел так просто сделать. Мне кажется, так прикольно. Блин, ребята, мне кажется, постройка просто бомба, а? Пишите в коммент, кто выиграл в этом раунде. И обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы новые видео не пропустить. И самое главное, нажмите на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления. Это был Владус Марбеладус и Савчик. Покатус!